На конкурс дети читают стихи из Агашева Натальи, город Новокузнецк, 17 лет. Стихотворение Фролова-Крымского «Мы русские». Один чудак с лицом фальшиво-грустным, едясь в салоне своего Порше, сказал: «Не стыдно называться русским, мы нация бездарных алкашей». Солидный вид, манера поведения, все тело продумано хитро. Но беспощадный вирус вырождения сточил бесславно все его нутро. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей. А вот потомок эфиопов Пушкин тяготился русскостью своей. Его себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен. Творцы российской мореходной славы и Беренцгаузен, и Крузенштерн. И не мирясь мировоззрением узким, пытаясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы, греки, детоли и лермонт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину воспеть для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то душу лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль? Да что там Даль? Да в наше время много владеющих великим языком, не хуже, чем хохол Микола Гоголь, что был когда-то с Пушкиным знаком. Не стоит головой стучать об стенку и в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, сказал Шевченко, внимательнее читайте Кобзаря. В душе любовь сыновью лелея, всю жизнь трудились до семи потов. Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулемин, Ломоносов и Попов, их имена остались на скрижалях, как подданные истории осы, и среди них